Здравствуйте. По «Гомельгаз» прибыли к вам для проверки планового технического обслуживания вашего газового оборудования. Проверка газового обсталявання – процедура запланованная. Ее задача – оценить техническое становище газовых приборов. Мета – продухилить негативные наступства. Значит, самое распространенное нарушение – это когда граждане пытаются вмешаться в работу газового оборудования, то есть какие-то внести изменения. Вот. Либо самовольно переставляет газовое оборудование, подключает его самостоятельно. Это категорически запрещено. Ну и также нарушение правил пользования. В принципе, газ, он безопасен, если, как говорится, с ним работать на «вы». У доме Любови Солохиной газовый котел поменяли не меньше, как 5 лет тому. Проверку обсталявания проходит регулярно, отповедно потребованиям. Уся документация у парадку. Господыня у курсе новинов и ставление до газу ее семьи уважливая. Была очень трагедия эта большая. И людям самим нужно смотреть, проверять как-то. И я не знаю, вот это, с этой вытяжкой это очень страшно было. Поэтому, не знаю, даже если сам не можешь, вызови лишний раз, я думаю, приедут. Там, если надо заплатить, там небольшие деньги. И проверят служба. У приватных домах работу вытяжных, вентиляционных и дымовых каналов на наявность тяги можно проверить и самостоятельно при допомозе листка папира або пламени запалки, коли нема утяжки газу. Але у шматкватерных будинках контроль и ремонтные работы ожидают организации, которые имеют на это отповедное право. Это входит в обязанности собственников жилого фонда, либо нанимателей помещений жилых. Вот, значит, проверка за дым вент-каналами, своевременный осмотр. Так, значит, это может быть либо пройти обучение абонент в специализированной организации и получить соответствующее удостоверение, значит, завести у себя журнал и проверять в соответствии с графиками. Сегодня на обслуговании Гомельгаза находится около 260 тысяч квартир. Из их 24 тысячи помешкания обсталяваны водонагравальниками, свыше 54 газовыми котлами. На тему безопасной эксплуатации этих приборов сотрудники службы газа регулярно ведут разговоры с насельництвом. Хочу обратить внимание на то, что мы газовые плиты обслуживаем один раз в 10 лет. Газовые проточные водонагреватели обслуживаются раз в 2 года. И газовые котлы обслуживаются один раз в год. Это называется сезонно-техническое обслуживание. Важно ведать, что любое самовольное вмешательство у переобсталявания бытовых газовых систем – рызыка для життя и грубое порушение, которое карается штрафом у померы до 20 базовых величин. Александр Гамоля, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель».